В Риге полуголый мужчина с топором напал на авто полиции. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что таким образом развлекался. В латвийской столице Риги полуголый мужчина с топором разбил стекла двух патрульных машин. Этот инцидент, который произошел в ночь на 2 августа, зафиксировали видеокамеры рижской муниципальной полиции, передает РИА Новости. Отмечено, что очередной полицейский вышел из участка и увидел, что у одной из патрульных машин выбиты окна и помята водительская дверь. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны. Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и нашли его на улице Брандкална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет, приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Он послушался, на него надели наручники и отвезли в дежурную часть. Топор обнаружили за оградой одного из домов на улице Диглова. Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что таким образом развлекался. Напомним, ранее под Харьковом пьяные насмерть забили прохожего. Также сообщалось, что в Херсоне в лицо чиновницы горсовета плеснули кислотой. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.